Всем привет, ребята, меня зовут Ники Макалин, и сегодня будет снова видео с покупками из магазина FixPrice. Как я вам обещала, такие видео будут выходить намного чаще. Если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, тогда таких видео будет еще больше. И также не забывайте про мой влоговый канал, ссылку на который вы найдете внизу в описании под этим видео или на экране. В этот раз я купила много всего интересного, то есть вы видите, да, насколько полный пакет, и аж отсюда все вываливается. Поэтому давайте посмотрим, что я купила в этот раз. Погнали! Ну, во-первых, то, что вы видели, и то, что торчало из пакета, это вот такой коврик для ванны. Мне показалось, что он довольно прикольный, потому что вот эти вот лапки, там было их тоже много цветов, но я почему-то решила взять такой темно-синий. Не знаю почему, в последнее время меня вообще потянуло на синий-серый цвет. Он даже больше подойдет перед унитазом его постелить, нежели чем в ванной комнате. В этот раз я взяла кое-что из канцелярии, и это было очень нежное и няшное. Первое, это вот такой пенал, и он стоил 99 рублей. Я взяла в нежно-розовом цвете, точнее пыльно-розовом. Здесь изображен такой цветочек. Сейчас посмотрим, как он выглядит внутри. Я, если честно говоря, в самом FixPrice не смотрела, что здесь внутри. Здесь внутри абсолютно ничего. То есть это как такой футляр, знаете, может быть это даже и футляр. Надо было посмотреть. В общем, сюда можно будет сложить как какие-нибудь там ручки, фломастеры, карандаши. Следующее, что я взяла из канцелярии, это вот такой ежедневник. И он тоже стоил 99 рублей. Здесь идет 120 листов. Его я тоже не смотрела, что здесь какие листы в линейку, ли они в клетку. Поэтому давайте вместе сейчас с вами и откроем. Во-первых, у него приятные текстуры, то есть он такой как будто бы кожаный. Здесь у него, видите, такое розовое золото, цвет переливается. Он идет на застежке, я так понимаю, обычный самый в линеечку. То есть здесь ничего такого нет. По качеству бумаги я бы не сказала, что она, знаете, качественная, прям белая. Нет, листочки очень тоненькие такие. Мне, если честно говоря, не нравится. Мне кажется, что вот, как, знаете, дешевая туалетная бумага. Единственное, что очень прикольный дизайн. Ребята, хочу вам напомнить, что на одном из моих любимых сайтов проходит фестиваль шопинга «Супер ноябрь». Это сумасшедший раз. Продажа, скидки до 75% на все товары, пока они есть в наличии. Сайт RoseGal — это сайт модной одежды, и не только. Вы также можете использовать купоны, и тогда выгода будет двойная. Купоны я вам оставлю внизу в описании. Весь ноябрь там будут проходить различные акции на Черную пятницу и Киберпонедельник. Я очень часто снимаю распаковки с этого сайта, и, как вы знаете, там есть много всего интересного, так что разворачивайте описание, там будет ссылка и купоны. Следующее, что я решила взять, это вот такой зубной порошок. И знаете, в детстве мы всегда пользовались зубными порошками, чтобы отбеливать зубы. Там был для чувствительных зубов, и я взяла профессиональное отбеливание. Здесь на 2 тона можно добиться за 2 недели отбеливания. И я не знаю, насколько он будет хорошо работать, но написано, что не содержит СЛС, парабенов, 100% натуральный. Следующее, что я купила в FixPrice, и то, что я видела достаточно давно, но решилась купить только сейчас, это вот такой горшочек для цветов. Я его изначально взяла, чтобы сложить сюда, знаете, ручки, фломастеры, потому что у меня все это в ведерочке икеевском алюминиевом маленьком лежит. Я хотела все сложить красиво вот сюда. Но теперь я понимаю, что хочу пересадить сюда свои цветочки. Красиво смотрится, белый, такой стильный, знаете, в стиле Икеи даже, я бы сказала. Начала говорить из канцелярии и, в общем, съехала. Я взяла еще вот такие штучки, но и брала их уже давным-давно, просто забывала их показать. Это скрепки, ну, закладки. Да, скрепки, закладки декоративные. Я взяла в виде пончиков, там были еще сова, смайлики, цветочки и еще какие-то. Я решила взять в виде пончиков, они идут нежно-розовые. Как раз для этого ежедневника, мне кажется, хорошо подойдут. Розовый цвет. Также, что касается канцелярии, но это лежало не в отделе канцелярии, а в отделе подарков, это декоративная клейкая лента. Я уже подобные заказывала давным-давно на AliExpress, но теперь смотрю, они появились и в FixPrice. Вот, это декоративная лента в 3 цветах, там были и другие цвета, такие кружевные ленточки, ими можно будет украсить и подарки, там вот видите, фоторамку какую-нибудь, и также можно будет письмо как-то красиво украсить. Также в этот раз я решила взять зажимы для волос 4 штуки, потому что хотела делать какие-то прически, но всегда пользовалась вот этими крабиками. 4 вот таких зажима. Я не знаю, насколько хорошо они будут зажимать волосы, но вот сейчас я зажала, да, вот, и смотрите. Ну, как бы мне не очень нравится. Мне хотелось бы, чтобы вот прям поплотнее. Поэтому если покупать, то, наверное, лучше такие вещи брать более профессиональные. Также в отделе красоты я взяла вот такой массажер для головы. До этого у меня был в другой упаковке в FixPrice, тоже есть что-то вот белая или голубая упаковка. И в этот раз я решила взять вот такой. Он достаточно, в принципе, давно в FixPrice находится. Просто в этот раз я решила все-таки его взять. У меня уже до этого подобное
подобный был. Я не знаю, куда он делся. И знаете, вся фишка в том, что когда сам себе вот массаж делаешь головы, особо ощущений нет острых. Но когда тебе кто-то подходит сзади, еще и внезапно это делает, я не знаю, у меня все тело покрывается мурашками. Также вот раз в Фикспрайсе я решила взять вот такой набор кабельных стяжек. Я даже не знала, что это так называется. Смотрела несколько лайфхаков и увидела, что можно будет такими штучками тоже крепить что-то дома. Я взяла уже в который раз вот такую упаковку батареек. Я до этого брала, но не показывала вам, потому что они у меня все разлетелись в эти светильники. Сейчас они у меня не горят, потому что там батарейки севшие, и я не стала их включать. Но теперь я обязательно поставлю их в эти светильники, и они будут у меня гореть там. В принципе, на этом все. Это были все покупки из магазина Фикспрайс. Напишите в комментариях, что вы в последнее время покупали в этом магазине, что вам понравилось и запомнилось больше всего. Я надеюсь, что вам это видео понравилось и вы поставили ему пальчик вверх. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео, или же на моем влоговом канале, или же в предыдущем видео на этом канале. В общем, увидимся скоро. Пока!